Всем доброго дня, на связи Григорий Кобзаренко. Причиной записи сегодняшнего видео послужило письмо, которое пришло 29.08.2016 года от компании THW Global. Поскольку письмо пришло не всем партнерам, поэтому я решил поделиться этой информацией. В своем письме компания рассказывает о следующем. Значит, во-первых, она делится новостью о том, что на 79-й день работы в компании она набрала уже 1 миллион подписчиков, то есть людей, которые согласны работать в компании на условиях, которые компания предоставила. Ну, для сравнения они наводят, что компания Facebook набрала такое же количество подписчиков, пользователей, за 10 месяцев работы. Здесь компания также приводит данные, куда можно написать для общения с компанией, и просит не присылать вопросы такого типа, как когда будет там запущено в нашей стране, какая там где-то возникла ошибка и так далее. То есть только такие вопросы, которые касаются именно организационных. Также компания просит проявить терпение тем, чьи страны не подключены еще к просмотру. Ну, вот все страны будут подключены, и надо просто дождаться. Также компания предоставила такую информацию, что 1 сентября 2016 года будут открыты 10 офисов по всему миру. Это страны: Соединенные Штаты Америки, Россия, Филиппины, Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Мексика, Таиланд и Германия. 1 сентября в эти офисы уже можно будет позвонить. Эта информация будет представлена всем. Вот будут указаны адреса, контактные данные, и можно будет обращаться. Ну, отдельно просят жителей России и Украины о том, что, чтобы проявили терпение, наши страны также будут включены, вот, и в работе мы будем принимать участие. Ну, теперь кратко я хочу еще для тех, кто не подписан, но в то же время интересуется все же, что там и как. Вот, я просто хочу сделать небольшую такую экскурсию по рабочему кабинету, чтобы увидели, что кто предыдущее видео смотрел, чтобы увидели, что сам рабочий кабинет добавляются менюшки, ну, вот, добавляется информация. Вот, кстати, вот, хотя проект работает еще в тестовом режиме, но большие компании уже пользуются компании THW Global и размещает свою рекламу. Вот вы видите, в том числе вот AliExpress. Я думаю, что это многим знакомые, потому что многие покупают через эту торговую площадку. То есть большие, как говорится, киты бизнеса, интернет-бизнеса уже используют площадку THW Global для размещения своей рекламы. Это еще только, так сказать, предстартовый режим, когда еще не на полную силу все работает. Значит, для тех, кто впервые заходит на сайт, видит, что все на английском. Да, действительно, это так, потому что компания английская. Но особой трудности в этом нет. Значит, у кого используется Chrome как браузер, можно вот здесь вот есть кнопочка «Перевести страницу», и вы получите, в принципе, ну, если не очень такой подробный перевод, ну, во всяком случае, позволяющий разобраться в сути и сделать нужные действия. Значит, здесь на главной странице рассказано, что и как будет работать, какие механизмы
и как они будут применены. Уже указаны, вот мы видимо видим сообщение о том, какие платежные системы уже подключены. Здесь размещены все сообщения, которые отправляются компанией для ознакомления, ну, и принятия к сведению и выполнению работ. Здесь против каждого сообщения есть отметка о том, что оно прочитано или не прочитано. Эти сообщения надо читать обязательно, потому что это тоже активность, это то, о чем компания будет судить, насколько вы активный участник проекта. Здесь можно увидеть своих партнеров, которые подписаны, вот, на разных уровнях. Вот, ну, у меня уже есть даже на 6 уровне подписанные люди. Кроме того, можно видеть своих партнеров. И здесь мы видим в виде каталога, который показывает структуру, как она построена. Очень много нового появилось в этом пункте меню. Значит, тут мы видим часто задаваемые вопросы, вот, и на них ответы. Ну и как видите, практически на каждой страничке, куда ни заходишь, уже размещается реклама рекламодателей. Так что говорить о том, что некому будет заплатить нам деньги за работу, это не наблюдается. Те, кто хотят платить, они уже здесь есть, и они уже платят и уже размещают. Так что нам осталось только работать, помогать им, отдавать нам деньги. Здесь можно увидеть обновление, то, что самые последние получаем. Вот это последние сведения были вот до 26 августа. Ну вот есть отдельно пункт меню, в котором описаны возможности получения дохода в этой компании, в этом проекте. Значит, здесь предполагается два вида, пока что только два вида возможного получения дохода. Это несертифицированные участники, вот, которые ничего не вкладывают, они просто приходят на работу. Вот, работают, они просто приходят на работу, выполняют ее и получают за это деньги. Вот, здесь описаны вот условия. Значит, из этой простой работы для тех, кто не имеет за собой партнерской структуры, может просто приходить, работать, при том в удобное для себя время, в удобное. Вот, и не обязательно целый час, допустим. Вы можете просмотреть 1-2 ролика, написать ответы и уйти что-то делать свое, потом прийти через время. Вот, ваша работа будет вестись, статистика в кабинете. Вот, и вы будете видеть, сколько вы наработали, сколько заработали. И таким образом выполнять свою работу, совершенно не напрягаясь и не отвлекаясь от основных своих жизненно важных дел. Второй вид заработка в этой компании будет относиться к тем людям, которые имеют амбиции к ведению своего собственного бизнеса. Но это довольно будет непростой вопрос, и останавливаться сейчас я на этом не буду. Вот. Единственное, что скажу, для тех, у кого будет, кто будет заниматься такой вот работой, ограничения в прибыли не будет вообще. Но, конечно, и работать там надо будет очень много и очень ответственно. Потому как будет проводиться для этих людей специально обучение, потом будет проводиться сертификация. И только после того, как вы сдадите эти экзамены и вас зачислят категорию людей, которые могут представлять компанию и пользоваться ее площадками на полную мощь, только после этого вы сможете заниматься своим бизнесом на этой площадке. Ну, это, так сказать,
каждому не грозит. Ну и еще я хотел бы сказать несколько слов для тех, кто зарегистрировался, но не заполнил демографическое обследование, анкету демографического обследования. Заполните, без нее вы не получите работу. Пожалуйста, будьте внимательны. Не просто зарегистрируйтесь, но и заполните эту анкету. Находится она, значит, здесь у нас в рабочем кабинете есть такой вот пункт в меню Survey Center, демографическое обследование, исследование. Значит, для тех, кто не заполнил эту анкету, вы когда заходите, у вас вот такой картинки не будет, у вас будет открыта анкета, и вы должны будете ее заполнить. Кто эту анкету уже заполнил, будет вот такая картинка, которая говорит о том, что эта работа сделана. Ну и еще несколько слов для тех, кого пессимисты убедили в том, что этот проект развод. Значит, я должен вас обрадовать, вас не просто разведут, вас уже развели, притом эти же пессимисты. Более того, я вам скажу, на каком месте развода вы сейчас находитесь. Итак, смотрите, это живая статистика, которая меняется вот буквально каждую там несколько секунд. Вот смотрите, идет, по сути, ежесекундная статистика. Компания запланировала принять на работу 5 миллионов участников для работы по тех условиях, которые они представили. Сейчас уже набран 1 миллион и даже 31 тысяча поверх миллиона. И это все, как видите, увеличивается. Так вот, представьте себе, что 4 миллиона, которые осталось набрать, это не так много, если учитывать население всей планеты. И о том, на каком уровне развода вы находитесь, ну вот смотрите сами. Очередь из 5 миллионов, 1 миллион уже впереди вас. Так что выбирайте место в очереди. То ли в первых рядах, то ли в хвосте. Это уж кто как хочет. О том, что этот проект будет работать, уже сомнения просто нет. Это уже неизбежность. Он уже развился, он уже открываются офисы. Так что процесс, это как поезд, который разогнался, и его уже остановить практически невозможно. Его можно только использовать в своих целях. На этом мое видео я заканчиваю. Всем удачи. Всего доброго.